собаки, волки ходят, хозяин взял ее, привязал на цепь, а волки ему спрашивали, ты чего привязал? Да меня вот так держит. А, не хочу я, говорит, я лучше спокойно пойду, говорит, и ушел. Так и мы сейчас. Пусть нам трудность будет, но, слава Богу, мы очень довольны своей жизнью. Слава Богу. Хоть пускай будет один день, хоть будет один год. Лучше петухом умреть, чем курицей.